Здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, ну и те, кто просто смотрит мои видео. Вот это вот еще очередной обзорчик на набор, который я обещала вам показать. Это у нас набор тоже зверушек Little Pet Shop. И это уже набор целый. Тут их уже так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 зверушек, и одна в подарок. Это вот это, ну, как идет со всеми, потому что здесь она, видите, отдельно, это как идет в подарок, потому что она другая и вообще оригинальная. То есть у нее идет хвост пушистый. Вот, из настоящего меха. Вот. И решила я снять в коробочке. Вот сзади вот такие вот, вот эти животные, какие тут есть. Вот здесь, которых собрать еще нужно. Из этих всех у меня уже есть такса. И вот эта вот кошечка, которую я сняла обзор. Остальные мне все не нравятся. Видите, вот курица, заяц, цыплята, бабочка, жук какой-то, крапов, слоны. Мне слоны эти тоже не нравятся, хотя вот эта мама очень красивая. Вот. Но вот эти вот точно все не очень красивые, таких я не покупаю. Здесь тоже не все красивые. Мне не очень нравится крокодил. Рыбка, может быть, не очень нравится. Но, по крайней мере, здесь их больше няшных. Я выбирала этот набор. Один был в детском мире. И я выбирала по няшности, потому что здесь мне понравился этот лемур. Мне понравился волчонок. Мне понравился этот кенгуренок, куала, жирафчик. И этот тигренок маленький мини. Вот, и осленок тоже, ой, этот олененок вот этот вот красивенький. Ну, рыбка, но она такая, она без шевелящей головы, потому что у рыбы и головы нет такой, это вся целиком как бы рыба, голова, вот. Ну, вот, как бы, ну, все-таки крокодильчик тоже нормальный, но просто мне по сравнению вот с этими вот не очень нравится, особенно вот этот мне понравился, потому что я ради него купила этот набор. Вот, ну и... В общем, вот сейчас я тут разрежу. Видите, очень сложно разрезать это все. И поэтому я не снимаю кукол, особенности в упаковках. Здесь тоже я вижу, вот есть наборы. Видите, вот это тоже собачка прикольная с рыбкой. И вот здесь тоже кошечка. Вот, но я же таких не встречала. Эта бумажка нам нафиг не нужна. Картинку я потом вырежу из этой коробки. Вот, и тут сразу же все вот это замотано. Видите, вот это вот все, всякая фигня намотана, которая вот это все... Это еще здесь, ладно, можно еще быстро развязать. Но вот в куклах я вообще иногда даже режусь, или прям у меня аж руки иногда трясутся, потому что ничего не хочется порвать, поломать в кукле или срезать волосы. Там ножницами я это все вырезаю, и... Поэтому ничего не хочется это все откусить от куклы. Или так, вот здесь у нас еще тоже хвостик прикреплен. Так. Сейчас я буду доставать по очереди. Вот это вот жирафчик. Вот такой прикольненький. Мне тоже он понравился. Правда, не так, как вот эти вот, особенно две. Вот это вот. И вот кенгуренок. Но тоже хорошенький. Головка у него крутится. Вот такой вот жирафчик. Дальше тут вот эти вообще не достаются, которые не прикрепленные мини. Вот у этих мини голова уже не крутится. Это у нас идет ящерица, хамелеон, я так поняла, да? Здесь она должна так стоять. Где она там? Нет, она должна вот на лемурчике. Вот, видите, вот она. Картинка эта. Здесь все зверушки еще сбоку нарисованы, которые шли. Вот рыбка, олененок, вот этот кенгуренок. И... Вот они все. Может быть, я кого-то что-то не так назову, но просто я не всех знаю, как они должны быть. А, эти животные. Вот это вот вообще не достается отсюда. Как бы не сломать это все. Сейчас я сначала достану, потом продолжу снимать. Так, ого, я достала уже, потому что там очень сложно было доставать, пришлось ножницами разрезать, поэтому вот, поэтому не люблю снимать обзоры в коробках, чтобы ничего не сломать. Вот, и то здесь немножко он срезалась, ножниц, но там незаметно. Так, это у нас идет павлин,
Кстати, этот набор называется «Зверушки Little Pet Shop Малыши». Голова. Голова у него крутится, но мешает хвост. Поэтому вот прямо так. Вообще крутится. Вот. Судя по хвосту, это павлин, потому что у павлинов такие хвосты только. Павлиненок, точнее, даже малыш, то, что это малыши. Вот он такой с хвостом красивый, птичка такая. Дальше тут у нас идет кенгуру. Точнее, кенгуренок. Вот он. Вот такой. Вот. Здесь он хвостик, лапки, все это, ушки. Вот такой вот кенгуренок малыш. Голова тоже у него крутится. Втаскивает его туда, что не достать. Еще один сейчас достану. Пришлось коробку разрезать. Вот здесь аж не вылазил. Вот не люблю вот это все запечатывание, все это. Коробку снимать. Нафига? Так, вот это вот у нас куала, а может быть и нет, потому что я не знаю, может и лемур, потому что мордочка вроде похожа на куалу, но вот хвост, по-моему, у куалы не такой. Ну, у нее, по-моему, просто такой, как у зайчика, а здесь идите пушистый. Но у меня это будет куала. Вот, я не все, конечно, животных знаю. Вот еще крокодил, по-моему, не вылазит. А? Иди сюда, крошка. Вот она вышла у нас, эта крошка. Головка у него тоже вертится. Вот такой вот крокодильчик у нас небольшой, маленький. Зелененький. Он так вот лежит. Крокодильчик. Так. А дальше идет волк. Волчонок. Вот такой большой симпатичный волчонок. Вот, по-моему, судя по ресничкам, это девочка. Потому что, видите, у мальчиков, вот это мальчик, у мальчиков нету ресничек, у девочек всех есть реснички. Вот. Хотя вот этот больше всего походит на мальчика. Вот. Это вот такая вот волчонок у нас, волчица такая. Так, следующий. Вот, не развязала я. Здесь забыла. Так. Вот. Так, это у нас идет олененок. Так, чтобы голод ему не оторвать. Вот, и такой вот олененок идет, малыш. Здесь их имена вроде бы написаны, но я не считаю это именами. Я их назвала, как я захотела. Потому что он мне напомнил Бэмби, поэтому это у меня Бэмби. Олененок. А, к сожалению. Те имена, которые я придумала для остальных, я не помню, потому что я их так думала и записывала в тетрадку, поэтому в тетрадке они у меня все есть, чтобы не забыть. Так, а рыбешка. Вот рыбешка тоже не достается. Так, она, по-моему, здесь. А, сейчас. Она закреплена белыми резинками. Сейчас ее буду утаскивать. Надо же так все это закрепить. Прямо аж бесит, а. Ненавижу эти все коробки, упаковки. Вот такая вот рыбка тут у нас идет. Розовая, с желтым хвостиком. Вот такие вот у нее глазки. Если честно, у них глазки похожи на юку. У них тоже такие большие няшные глаза. Вот такая вот рыбка. Она просто рыбка и все. Кстати, можно купить какой-то аквариум. Не знаю, или сообразить что-нибудь, или самим сделать. И туда вот поселить эту рыбку. Она, кстати, они все в воде могут тоже плавать. То, что они... резиновые. Так, следующий у нас вот этот котеночек, куда он у нас выпал. Вот. Вот такой вот тоже мимичный котенок. Или это... Ну, я не знаю, конечно, кто это. Это может быть тоже гепард, но у меня это тигр. Не знаю, думаю, что это тигренок. Он тоже похож на того котенка из набора первого, который я купил, семья кошек. Тоже маленький, но не прям точь-точь похож. Он похож только тем, что он маленький. Головка у него не крутится, он с размером этой пандочки тоже. И вот, вот этой вот ящерки у нас, он маленький такой. Вот такой вот серенький тигренок. И последний, самый такой вот, который это был в подарок у нас тут. Так, это нам не надо, мы выбрасываем. Во, у него прям такой хвостик прикольный.
Не зря я купила, то есть он прям без всяких там внутри проволок, просто вот приклеенный. Приклеенный, да, вот к этому, к самой попке. И вот там нету, просто такой мех. Очень, очень прикольно, прям такой мех. То есть очень, очень красивая зверушка. Я еще таких не видела, только вот в этом наборе. В других местах, чтобы такой один был, я не видела, чтобы, ну, с пушистым хвостом. Мне очень не понравился, и практически ради него я купила этот набор. Ну, в принципе, не ради него, потому что я тут нашла очень много и остальных красивых игрушек, но вот это самое лучшее, думаю. Я не знаю, конечно, что это за животное. Вот. Я не знаю, что это, конечно, за животное, но у меня это лемур. Не знаю. Хвост у него полосатый, такой же, как у лемуров. Не знаю, кто это, конечно, может, и лиса даже. Но у меня это будет лемур. Так, большие вот они зверушки, такие вот маленькие. Тут, может быть, что-то не стоять, потому что, видите, здесь у меня платок собрался весь. Вот. И вот эти вот мини-мони-мани. Так. Мася они вот эти мелкие. Так. Ну-ка, будет ли он стоять тут? Он не стоит. Ладно. Вот такие вот у меня фигурки. Это они все продавались в одном наборе. Здесь их 11 штук. Вот. Вот они все какие. Все такие няшные, интересные. Очень прикольные зверушки. Мне они все очень практически понравились. И это набор Little Pets Shop зверушек. Называется «Зверушки-малыши». Вот. Вот они все какие няшные, такие прикольные.